Мы перед эфиром начали как раз обсуждать эту тему. Вы не успели мне рассказать. Относительно того, что мы ведь повод у нас какой встречи? Это предстоящая, то есть сегодняшняя премьера «Трех мушкетеров». «Три мушкетера». Да, 14 числа будет по прокату. Прокат, да? Начнется сегодня, да. Премьера. И вы играете роль Портоса. И я вот вам сказал, что вот вы ни разу не Портос. Вот я смотрю на вас. И выяснилось, что вы на самом деле были Портосом. Да. Я имею в виду бесовые, да, сейчас параметры. Да. Расскажите. У меня всю жизнь странная вещь. Всю жизнь, вроде артисты всегда должны быть в форме. Но для кого-то форма, я не думаю, что, допустим, Евгений Леонов думал о том, в форме он или не в форме. Он был просто гений, вот, я считаю. Вот. И я как-то всю жизнь не обращал на это внимания. Ну, пухлый. Вы про физическую форму, да, сейчас пухлый, говорите. Да, я исключительно, да, про физическую. Ну, пухлый, думаю я, буду играть характерные роли. А вот сейчас вот похудел, там сбросил, буду играть нехарактерные, какие-то героические. И те, кто отслеживает творчество артиста Алексея Макарова, прекрасно знают, что здесь он, вот комедия, он абсолютно вот там громадный, большой, пухлый, обаятельный и так далее. А здесь вот, я не знаю, фильм «Офицеры», и он весь такой в бронежилете, накачанный. Мне по молодости не хватало самодисциплины внутренней для того, чтобы определиться, я или это, или это. Поэтому меня то разносило, то я опять сдувался, то разносило. Ну а какая амплитуда, о чем мы говорим? Каких, сколько? Чудовищная амплитуда, там 10-15 килограмм, это был не предел. Вот. То есть это происходит, как все люди, вот обращаюсь сейчас ко всем людям, которые любят поесть, вы знаете, как это происходит. Ты ешь, смотришь на себя в зеркало и думаешь, да какой я молодец, ничего не откладывается, все прекрасно. Но в один прекрасный день ты понимаешь, что джинсики на тебя уже не налезают. И ты опять влезаешь в дирижаблеобразный балахон какой-то для того, чтобы скрыть какие-то изъяны своей фигуры. И думаешь, ну ладно, ну сейчас поиграю вот это, похожу вот так вот. Вот. И так вот меня кидало туда-сюда, и как-то я никак не мог определиться. И именно в том состоянии, когда я весил порядка очень много, ну там за 100 килограмм было. Ну у вас и рост, в общем-то. Да, рост у меня 190, вот, и я был очень большой. Именно в этом внешнем виде я пришел пробоваться на Портоса. И Сергей Викторович Жигунов, глядя на меня, сказал, не надо худеть, все отлично, прекрасно выглядишь, вот нас такой Портос устраивает, все. Я подумал, какая лафа, сейчас, ну, как это прекрасно, сейчас буду работать все лето, и не надо это ничего, не это самое, надо просто быть таким, какой ты есть. Я сыграл Портоса. Вот, и после этого, как это часто бывает в моей жизни, внезапно, я вдруг подумал, а не вернуться ли мне в то состояние, когда я учился на первом курсе института? Есть у меня дома одни джинсы, которые я носил на первом курсе института. У всех у нас есть какая-то шмоточка из детства, которую мы обожаем и которую мы не выбрасываем. Эти джинсы, значит, лежали в шкафу. Я подумал, вот совершу-ка я поступок в своей жизни, которого я не делал никогда. Втисну-ка я себя в эти джинсы. Вот это было внезапно, я не знаю, это была импровизация, как это говорят артисты. Вот. И для меня всегда была такая, знаете, самоотговорка. Я ходил в спортзал периодически, занимался там вот в фитнес-клубе. И отговорка, она всегда найдется у человека, который ленив по своей натуре. Я по своей натуре, очевидно, ленив, потому что вот сейчас выходить на улицу, отдирать, значит, машину, лед отскребать, значит, заводить, прогревать, по пробкам добираться до фитнес-клуба. Там, значит, это самое, на тебя смотрят, кто-то тебя узнает, думает, господи, какой он большой и так далее. И все это, когда накладывается, ты думаешь, а, ладно, завтра схожу. Завтра у тебя те же самые мысли, ты опять не идешь и так далее. И я подумал, что надо сделать для того, чтобы отговорок не было. Ответ очевиден. Поставить беговую дорожку у себя дома. Так и сделали. Я нашел тут же в интернете предприятие, которое занимается, привозит на дом, и там устанавливают. Дозвонился, ровно через два дня дорожку привезли, и вот я сел напротив нее и подумал, вот теперь деваться некуда. И побежал. И бегаю до сих пор, похудел на 23 килограмма. За сколько? 23 килограмма за какой? За 4 месяца где-то. За 4 месяца. Ни в коем случае, ребята дорогие, кто собирается худеть, не пытайтесь добиться результата 10-15 килограмм в месяц, потому что страдает весь организм. Для него это дикий шок. Страдает печень, почки, легкие, все на свете. Все страдает. Поэтому 3-5 килограмм в месяц – это оптимально. Это полезно для организма. Сколько времени в
тратите на дорожку? На дорожку трачу час 10, час 20. Каждый день? Через день это через надо день. Делать. Да, это надо делать через день. Час 20. Бегу обычно 10 километров. Вот. Бегу умеренно, не насилую себя, не надо ставить рекорды. Это для себя, это обязательно должно быть в удовольствие. Иначе организм начнет бастовать. И начнет очень неохотно отдавать килограммы. И к этому я прибавил бесцелевую диету, которая заключается в том, что да, вот никакой соли. Одна молекула соли задерживает больше там, 20 молекул воды в организме. Поэтому все опухлости, отеклости, это все от того, что соль держит воду. А воду организм должен отдавать очень охотно. Вот. И плюс, конечно, я перешел на все вареное. Не надо жареного есть, надо есть вареное или на пару. Вот. Отварное мясо, отварная кура, как говорят, отварная рыба. И вот результат, он мне заметил сказаться, 23 килограмма как перышком с меня просто сняло. И я очень доволен результатом, и сейчас продолжаю бегать. Похудеть – это полбеды. Надо еще вес удерживать на одном уровне. А вот это, конечно, немногие на это способны. Но я вот, что называется, к определенному моменту своей жизни пришел к такой самодисциплине, что теперь я без бега не могу. Если я через день не побегаю, у меня ощущение какое-то, вот я что-то не то, я какая-то маята у меня. Мне надо разрядиться, лишнюю энергию сбросить на дорожке. Чем я занимаюсь очень благополучно. Вчера буквально десяточку сделал. Да. А с диетой вот это легко тоже далось? Или да. Это... да. Да. Оказывается, отварная еда без соли, пробежав десяточку, это кажется самым вкусным на свете, что может быть. Видимо, то есть изыски, соуса, жареное, какое-то копченое, все это, от него очень легко отказаться, потому что, когда пробегаешь десятку, еда залетает на ура. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».